Привет, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Сама соскучилась уже за всеми. Сегодня я решила на обед приготовить салат по-шустренькому, хотела сказать. Но так как нужно снять видео, оказалось, мне нужно снять видео, потому как я их не показываю. Муж говорит, каждый день готовишь, ничего не показываешь. То пришлось тут разложиться. И, конечно же, подготовка очень долгое время занимает, поэтому-то и не хочется особо снимать. Сейчас смотрите, какой у меня салат. Я его буду с маслом подсолнечным готовить. Ну, кто хочет, может готовить его с майонезом, со сметанкой. Я не знаю, что это за рецепт. Это все овощи, что у меня были. И я его буду вот таким готовить. Морковь я натру на терке. Вот такой вот замечательной терке. Ну, вот такая вот соломочка у меня получится. Этот салат будет у меня немного остреньким. Вот сюда я налила 2 ложки столовых вот таких вот уксуса 70%. Я разбавила его 3 ложками воды. Я сейчас это все залью. Подсыплю сюда сахару. Ну, вот так вот примерно беру. Смотрите сами. Морковка сладкая-присладкая. Это примерно я поставлю сейчас. Пока я тут все остальное буду готовить, это у меня будет мариноваться. Тру редьку тоже на этой же терке. Редька была, ну, примерно грамм, наверное, 150. Морковь большая. 250-то точно весила. Так, и вот эту редьку я немножко присолю. Так вот, промешаю. И пусть она тоже стоит пока. Отстаивается. В этом салате у меня нет определенных пропорций. Сколько чего захотелось, и ведь нашлось, столько и кладу. Сейчас я крошу пекинскую капусту. Назови его салат фантазия. Пекинская фантазия. Пекинскую капусту я обожаю, да это же в принципе и зимой можно сделать. Сейчас же весна. Я ее немножечко приму. Пекинская капуста очень нежненькая. Так что достаточно будет того, что я ее помну. Все. Режу 2 зубочка чеснока. Измельчила, сразу отправлю эту капусту. Так, и что? Сейчас я уже, видите, как все быстро. Я сейчас уже отжимаю эту морковь. Овощи я уже все подготовила, кроме огурца. Огурец в последнюю очередь. Так, морковь в миску.
секретику тоже сюда же. Капуста с чесноком. Салата сказка. Запах какой. Обалдеть можно. Так, и остался огурец и всякие смеси перцев, заправки всякие. Режу огурец. Мне нравится запашочек. Не очень острая. На запах даже когда нюхаешь. А вот это вот, вау, прошибает. Тоже что-то у меня всякая ерунда намешана, не знаю. Сыпьте по своему вкусу, что вам нравится. Если вы будете добавлять майонез, может, вы эти специи и не будете засыпать. Вот это у меня хмели-сунели. Я вот так вот с пачки вырезаю название. Закидываю. И соли. Любимой соли. Как нравится, да? Вода с солью. Да. Теперь я это перемешаю. Муж уже тут мой расчехался от этих специй. Так, и добавляю огурец. И опять целый тазик у меня этого салата вышел. Ну, не умею я мало готовить. Никак не получается у меня. Надо все по половинке брать. Ну, сколько здесь грамм? Это же все водянистое, на 90% из воды. Даже больше, наверное. Отличный салат. Ложкой на видео очень красиво, конечно, мешать, но неудобно. Вот видите, как я все быстро размешала руками. Поливаю маслом. Сколько я положу? Машинным маслом. Три. Маслом подсолнечным. Без запаха, рафинированным. Сейчас перемешаю и салат готов. Постоит маленько. Как раз у нас там бульончик варится. Мы теперь на диете. Ну, не на жесткой диете, мы кушаем, что хотим, мы просто придерживаемся. Один тазик мне, один тебе. Все готово. Готовлю нам обед. Что у нас на обед? Вот, значит, по тарелке этого салата и бульон куриный с куриных косточек и зелень посыпала. Вот такой вот у нас вкусненький обед. Присоединяйтесь, друзья. Не забывайте, дорогие, ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока-пока, до встречи.